Друзья, мы прибежали с Дамирчиком со школы, зашли в Спар и вот показываю вам наши покупки. Это багет один, багет второй, дальше вот такой вот пончик вишневенький, дальше шоколадный круассан, дальше вот такие вот приморские вареные сосиски. Не было наших вкусных ратимировских, Дамир выбрал эти, надеюсь, они вкусные, хотя у меня есть сомнения, но будем надеяться, что все в порядке. Вот такая вот колбаска, доброе дело, зернистая, сырокопченая. Дальше, мне алоэ вера, Дамирчику Милки с ананасом. У меня алоэ вера манго с кусочками алоэ веры. Вот такая хорошая компания, две шоколадки, одна молочная с арахисом, вторая молочная с вафельной крошкой. Дальше вот такой вот The Kind, цельные злаки, малина, это зерновой батончик. И уже на кассе Дамирчик обратил внимание на Maltesers. Да, я знаю, я тебя покупала, и бабушка весь синоватый покупала, да? Вот, да, это такие вот как метеоритики, такие шарики шоколадненькие. Мне кажется, они как будто метеориты такие в небе летят. Так прикольно. Да. Так. И Milkinis Choco Drops. Вот такие вот еще штучки от Milky. Все, в принципе, это все покупки. До новых встреч, друзья мои. Все, что мы купили, я вам уже показала. У меня очень болит голова. Я пойду кушать, отдыхать.